Всем привет! Меня зовут Ирина Форми, а это моя напарница Василиса. И сегодня мы подготовили для вас тренировку, которая позволяет держать мышцы ног в тонусе и при этом не затрагивая ваши колени. Особое внимание тех, кто имеет диагноз артроз коленных суставов, данная тренировка как раз для вас. Единственный тренажер, который нам сегодня понадобится, это стул. Исходная позиция первого упражнения, сидя на поверхности стула. И упражнение, которое мы с вами будем выполнять, это раскрытие тазобедренного сустава. Максимально высоко поднимаем ногу, возвращаем обратно. То есть ставим точку сбоку от себя и возвращаем ногу обратно. Чем амплитуднее будут ваши подъемы, тем эффективнее данное упражнение для ваших бедер. Если тяжело, вы можете поддерживать бедро снизу и помогать раскрывать тазобедренный сустав таким образом. Данное упражнение я рекомендую выполнять не менее 20 раз и обязательно как минимум 3 подхода. Второе упражнение, которое мы с вами будем выполнять, это имитация ходьбы на пятках, но при этом сидя на стуле. Максимально поднимаем высоко бедро, но если вам тяжело, вы можете себя поддерживать снизу, да, обнимая свое бедро ладонями. Данное упражнение я рекомендую выполнять не менее 40 повторов, при этом как минимум 3 подхода. Третье упражнение поможет проработать заднюю поверхность бедра. И это упражнение называется «Доброе утро». Мы сегодня используем блин, но вы также можете взять любой предмет, да хоть 3-литровую банку с солеными огурцами, будете удерживать около груди, и данный тренажер послужит вам хорошим утяжелением. Берем вес. Держим у груди, причем скрестно, и начинаем выполнять отведение таза назад. При этом мы начинаем чувствовать нагрузку именно по задней поверхности бедра, ни в коем случае не поясницу. Для этого мы максимально втягиваем живот, для того, чтобы поясница у нас не чувствовалась. И максимально таз отводим назад. Чем дальше вы его тянете, тем больше прорабатывается ваша задняя поверхность бедра. И данное упражнение мы с вами выполняем 15 повторений и таких 3 подхода. И заключительное упражнение – это разгибание ноги в тазобедренном суставе согнутым коленом. Ваша задача – найти снова мышцы задней поверхности бедра. Исходная позиция – стоя у стула. При этом мы создаем равновесие тем, что держимся за спинку стула. Колено опорной ноги в мягком, естественном сгибе. И начинаем на выдохе выталкивать пятку назад по диагонали. Выдох наверх, вдох вниз. Выдох наверх, вдох вниз. Корпус для равновесия мы подаем немного вперед, для того, чтобы поясница наша не гуляла и не перегружалась. Выполняем по 15 повторений на каждую ногу. И таких 3 подхода. То есть в сумме у вас должно получиться 6, так как ноги у нас 2. Ну что, мы желаем вам прекрасной тренировки, красивых, стройных ног и, конечно же, здорового самочувствия. Берегите себя, занимайтесь спортом.